В регионе стартовала совместная акция ГИБДД и отцовского патруля «Детская безопасность». Ее участники проверяют соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. Следят, чтобы родители и дети правильно переходили улицы. Одно из направлений – тематические занятия в школах. Всероссийская акция «Отцовский патруль» стартовала в Ярославской области около 2 месяцев назад. Проблема безопасности детей на дорогах с началом учебного года встает особо остро. И решение этой проблемы возможно только совместными усилиями представителей власти, бизнеса и широкой общественности. Патрули, в составе которых помимо многодетных отцов и представителей областного детского омбудсмена, сотрудники полиции и общественники курсируют по региону ежедневно. В первые сентябрьские дни дети возвращаются в школу после летних каникул. Это означает ежедневный путь в школу, ежедневное присутствие рядом с транспортом и дорогой. Летом многие дети были за городом и успели отвыкнуть от интенсивного дорожного движения. Очень важно напомнить им об осторожности, что мы и делаем совместно с ГИБДД. Совет отцов – это одна из форм родительского контроля. Это хорошая возможность повысить ответственность родителей за безопасность своих детей. А также на своем личном примере родители показывают ребятам, насколько важно соблюдать правила дорожного движения.